Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие Бэйби Гош. Дим, на каком канале, друзья наши? Пика. Как канал-то называется? Пика. Бэйби? Пика. Ну, видите, у нас новое название. Бэйби Го, в общем. И у нас сегодня третья часть игры, которая называется... Как называется? Лунтик. Лунтик. Поехали. Мы с тобой набрали нужное количество очков, чтобы открыть оставшиеся игры. Так, смотри, что мы с тобой еще не видели. Значит, игру со звездочками видели, с красками видели, раскраску видели, мозаику открыли. Вот, у нас с тобой не открыто что? Из этого что? Нажимай, открываем. Да, галочку. Так, ну что, попробуем эту игру? Да. Давай посмотрим, что же нужно сделать. Хочешь еще монет? Нажимай на карточки. Помоги мне отобрать одинаковые фото со мной и... Ищем одинаковые фото. Ну-ка, давай. Запомнил где? Рыбка? И где еще рыбка была? Правильно. Так. Давай. Ну, что, давай я тебе помогу чуть-чуть. Отлично, Дэн. Запомнил, где рыбки, где дядя гусеница, где было? Нет, ты не ты, когда балды, рыбки-то у нас, где еще вторая рыбка? Умница. Так. Ага. Молодец. И давай еще последние две карточки, они одинаковые будут. Е-е-е. Да, ну ты умница. Бабочки, рыбки, какой-то там омар. Нет, омар не здесь был. Ой, смотри, здесь омар. Ты запомнил? Кто? Где? Умница. Давай, бабочек запомнил? Рыбки. Не-а. Здесь бабочка была, я тебе подскажу. Где бабочка у нас? Не-не, смотри, бабочка. Где у нас бабочка? Рыбка вот здесь. Вот здесь вот бабочку, помнишь? И вторая бабочка вот здесь. Не, это разные бабочки. Так. Так, давай открывай. Отлично, и здесь две одинаковые, да? Конечно. Другую. А давай, у нас там еще есть что посмотреть. Давай посмотрим, какие еще игры есть. Открывай вот эту за 350 монет. Открываем. Запускай. Посмотрим, что это за игра такая. Привет, дружище. Привет, дружище. Давай сложим эту головоломку вместе и заработаем еще монет. Значит, давай узнаем условия. Не забывай, что ты всегда можешь нажать на кнопку с вопросительным знаком. Собираем головоломку, друзья. Нажимай галочку. Так. Ну-ка. У нас, помнишь, там... Нет, Дэн, нам надо с тобой получить бабушку-черепаху. Давай. Так, не, все правильно. Откуда ты отлистал-то? Смотри, это не ее часть, да? Вот эта бабушка-черепаха? Да. Давай вверх теперь ее искать. Верхние двигай кубики. Нет, это не трогай, верхние кубики двигай. Муравьишки нам сейчас не нужны. Так, отлично. Ну-ка, а зачем ты? Мы же черепаху собираем. Здесь что должно быть? У части головы не хватает? Панцирь должен быть? Не спеши. Тихонечку листай. О, отлично, молодец. Так, запомнил, но надо рыбок собрать. Давай я начну. Вот, одна рыбка есть. Ищи дальше рыбок. О, а зачем? Мы с тобой что собираем? Рыбок собираем, Дэн? Оранжевая. Ну, это оранжевая. А где? Тут тоже должна быть рыбка. Зачем мы муравьишка? А куда ты отлистал? Дэн, где рыбки? Не спеши. Не спеши, потихонечку листай. Это муравьишки. А это кто? Рыбка. Рыбка? Оставляем? Да. Ну, вот давай следующий кубик. А зачем тогда это трогать? Вот, давай верхний теперь. Нам надо аквариум с тобой. С рыбками. Так, а здесь что должно быть? Умница. Ну что, другую игру посмотрим? Да. Давай посмотрим другую. Что у нас еще есть? Открываем. Что-то музыкальное. Это, по-моему, последняя игра, которая нам осталась пройти. А, еще башенки. Башенки мы тоже не проходили, друзья. Спасибо. Давай сложим
нашу общую песню так, чтобы она звучала правильно. И посмотрим, что получится. Ну что, пробуем? Песенку, Дэн? Да. Так, нет, нотки нам надо сюда складывать. Давай попробуем. Послушаем, как вот эта нотка звучит. О, это вторая сила кузнечик. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. Давай, попробуем сюда положить. Наверное, даже так, да? Это, наверное, все-таки для папы задание. Ну, посмотрим, что у нас с тобой сложится, да? О, мы сходу его сложили, друзья. Совсем как огуречек. Дэн, молодцы. Звездочки нет. Что-то вот это сложное, да, Дэн? Давай послушаем полностью, наверное, сначала. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Давай проверим, где у нас сначала такое... Не, ну ты же от балды ставишь сейчас. Давай проверим, как она звучит. А похоже. Ну ладно, давайте сейчас проведем эксперимент. Сейчас Дэн просто подряд уложит. Получится у нас или нет? Давай. Запускаем. Нестыковочка. Ой, Дэн, нестыковочка. У нас правильно только первая лежит. Давай попробуем по-другому разложить. Смотри, у нас нотка продолжается. Давай вот так попробуем. Хочешь так сложить, да? Ну давай. Пробуем, пробуем. Музыку писать пробуем, да? Тоже не то. О! Смотри-ка. Дэн, мы с тобой просто меняем местами, и у нас не получится песня. Easy, real talk, think about it. Ну давай посмотрим последнюю игру с тобой. И мы, получается, все игры с тобой, Лунтика, прошли. Давай запускаем. У меня для тебя новое задание. Помоги мне переместить кольца с одной пирамидки на соседнюю башню так, чтобы полностью построить пирамидки на другой башне. Ну что, попробуем пирамидки на другой башне? Ну, с трех начнем. О, давай с трех начнем. Нажимай галочку. Денечка, надо пирамидку построить где-нибудь здесь. Давай, начнем с маленькое колечко. На любую насаживай. Где? А вот у нас маленькое колечко. Давай, я начну. Теперь смотри, среднее колечко. Но нам надо большое переместить куда-нибудь вправо. Лягу нам надо освободить. Какие-нибудь из штырей. Давай вот этот освободим, потому что маленькое кольцо, на него нельзя поставить кольцо большего размера. Мне кажется, Дэну еще рановато такое. Давай попробуешь с четырьмя. Будешь пробовать, Дин? Да. Давай, четыре сложнее. Ну-ка, давай, двигай колечко. А это не обязательно тянуть. Ты выбираешь кольцо и выбираешь, куда ты хочешь вводить. Выбрал? Не тяни, просто нажимай, куда ты хочешь, сюда. Теперь берем побольше кольцо. Вот теперь смотри, чтобы это кольцо освободить, надо маленькое перетащить вот сюда, правильно? Теперь это колечко куда ты оденешь? Нет, тащить не надо, Дэн. Просто тыкай. Сюда, наверное, да? А теперь смотри, какая хитрость. Мы большое не можем просто так переместить, потому что остальные кольца меньше по диаметру. Ну не можешь, ну попробуй. У тебя не получится. Смотри, у тебя не получится. Во-первых, не двигай там день. Надо вот так вот, раз. Видишь, не получается. Не получается его никуда. Поэтому нам надо сначала освободить какой-нибудь штырь. Соответственно, мы, допустим, делаем вот так. Маленькое колечко на самое большое. Потом вот это побольше колечко на серединочку. И маленькое сюда ставим. Теперь куда мы можем красное кольцо переместить? Умница! А теперь надо раскрутить это в обратном направлении. Мне кажется, больше четырех колец с маленьким слишком сложно. Нет, это оставляешь. Теперь мы смотри, как делаем. Так, пап тут накрутил немножко, вот, теперь что надо сделать, я немножко упрощу данную задачку, надо убрать малиновое колечко с синего, куда ты его берешь, налево, давай, не тащи, просто выбери штырь, на который ты оденешь колечко,
Не вижу. Ну одевай. А теперь синяя куда надо, чтобы пирамидку выстроить? Сюда. Нет, сюда не получится, это колечко меньшего диаметра. Колечко убери, фиолетовое. Так, убирай, вот сюда. Теперь синяя куда надо? На желтое, правильно. Не, не желтое оставляй, синяя выбирай. И на желтое колечко. Ну, на желтое теперь ставь. Отлично. И давай завершай. Малиновое колечко куда надо, чтобы башню закончить? Сюда. Правильно. Бери малиновое. Давай, ты. Хорошо, я. Ну вот, из четырех колец мы сделали, конечно, не без помощи папы. Но малышам разве сложно. Разве шесть? Разве шесть? Ну, посчитай кольца. Один, два, три, четыре, пять. Пять. Друзья, вот это была серия выпусков игры «Лунтик». Мы прошли, попробовали все мини-игры, очень классные, развивающие для малышей. И причем пирамидка, это уже на возраст постарше, это можно и в 7-8 лет раскладывать, также будет интересно и весело. Друзья, ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте на пальчики вверх. Да, как пальчики вверх? Да, оставляйте свои самые клевые, позитивные комментарии. Не забывайте приглашать друзей на наш канал. Давай оставим. Чего оставим? Комментарии про Лунтика. Комментарии, да, оставляйте комментарии про Лунтика. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. До новых встреч, друзья! Пока! Пока.